Hey, okay, с вами Шумики, мы продолжаем бродить игру под названием Апотеон. Короче, мы с вами убили лучницу. Мы, так сказать, разрушили статуи Афродиты, и теперь мы будем заходить и воровать, что все есть в домах у жителей. Поэтому взламываем, заходим, воруем все, что есть. Опа, а тут есть сундук. Тут есть сундучок. А, я туда не смогу попасть. Там ж... Тут есть кнопка, походу, чтобы... я понял. Опа-на. Как, да? Шлем. Эликсир. Статуэтка. Печать с симпозиумом. Солнце. Вы радушно приглашены на симпозиум Солнца, исключительно собрание избранных членов Олимпа, создано лордом Аполлоном Лучезарным. Каев. А теперь мы собираем все, что здесь есть, просто руши это. В комоде ничего. Тут ничего. Ладно, зато у нас есть печать. Что здесь? Что-то светится. Что это? Странно, ладно. Странно, ладно. Так, F5. Лучше делать это вдалеке, что... А, увидели. Пристанище беженцев. Так, смотрите, что мы делаем. Булаву сразу беру. Выходим, проверяем, заметили ли меня вообще, будут ли на меня нападать. Не делай ничего, о чем пожалеешь. F5. Мне предлагают кинуть каменный блок мужика. Так я понимаю. Не делай ничего, о чем пожалеешь. Я не делал ничего, лапри. У тебя ключ? О, у него ключик. Сори, приятель. Ну мне по-любому здесь всех убить надо. Если я хочу попасть туда, куда мне надо. Стой, ты нарушил закон Олимпа. У тебя есть ключ, приятель. А, так это с помощью отмычки открывать. Я только что отмычку просрал. Я знаю, что он хотел сделать.
Я знаю, что он хотел сделать. You there, stop. Over here. Get him. Ебать, у тебя палка большая. Щит Гипиона. Да, я его попозже возьму. Окей, ремонтный набор. Отлично. Там какие-то записки. Статуэтка — это плюс деньги. А, максимум один. Так, записка беженца. Дозорные хотели конфисковать все мои товары, когда прикрепили меня к этой комнатам. К этим комнатам. К счастью, Дол спрятал в их укромном месте. Он скрывается в канализации, пока мы не придумаем план, как их принести. Да не буду тебя трогать. Подожди, прежде чем я это сделаю, вопросик. Агора. Давай в Агору сначала внешнюю зайдем. Или нет, лучше да, все-таки верхнюю. Спасибо за отмычку. Вот почему-то он ее решил не использовать, а такой. То есть, слушай, ну типа что же есть отмычка? Может, это ты ее как-то, а? Я такой, ну ладно. Если ты хочешь этого. Ладно, все равно я сейчас буду выходить. Скорее всего, щит исчезнет, поэтому щит я сейчас сам заберу. Подожди, щиты вообще на что влияют, или это просто так? Может, на радиус? А, тут радиус. А, ну я этот лучше возьму. Да, мы еще телепортируем всегда в разные места. Смотрите, мне он ничего не говорит. Мы туда потом пойдем, подожди. Сюда я... Да, ведь дом это только взламывать надо, но... Я могу сейчас туда сразу отсюда перейти. И... А, сейчас сами поймете. А, нет, все-таки они одноразовые все. Я их убил, они их уже больше нет. Ну, разве это мои проблемы? Нет, ни разу. Так, внизу есть что-то. Тут можно открыть. F5. Чтоб я потом отсюда выбрался. Шипастый щит, сплетенный из толстых зарослей ежевики. Это так. Зазубренный щит пронзает любую нападающего, отражает повреждения так же в ближнем бою. Прикольно. Ну блин, это специальный. Так, давайте я, наверное, использую F-ку.
Нахера ты выпил? Я понял. Нет, он не ремонтирует. К несчастью. Герой, герой везде. You have broken the laws of Olympus. Pay tribute or submit to the judgment of Zeus. А давай я, знаешь, как сделаю, смотри. F9. К примеру. Я попытаюсь... Ну, я уже, понятное дело, что пробрался сюда. Intruder! Halt! You have broken the laws of Olympus. Pay tribute. Как ты меня увидел? Я в прошлый раз нормально все сделал по-тихому. А смотрите, они мне ничего не говорят. You have broken the laws of Olympus. Pay tribute or submit to the judgment of Zeus. Damn, lost him. Intruder! You there, stop! Да что за бред? F9. Что за бредятина? А вот мне интересно, подождите. И вот я специально просто проверю. Я же все-таки как-никак по-тихому это все делаю. Так ведь? Мне интересно, мне что-то скажут, так как у меня щит. Если нет, тогда мы будем с вами просто создавать деле и втихаря вот так воровать. Ничего мне не говорят, все отлично. Мне не нужно будет вырезать пол города. Наконец-то, свободная от этого монстра. Спасибо. Теперь мы можем вернуться в лес нашей госпожи. Подари этот цветок святилище нимфы и будешь благословлен. Ого. Так, спасибо, теперь мы можем вернуться в лес нашей хозяйки. Даруй этот цветок храму нимфы, и ты получишь благословение. Это хорошо или плохо? Or taste my iron. Какой-то ксифос герой не очень такой уж прикольный. Окей, где моя булава? Я всех одолел же.
Так, я оставил тебя в покое. Видите, а здесь тирания происходила. О, железная дубинка, неплохо. Железная дубинка — это хорошо. Кузнечный молот, выкованный самим Гефестом. Это магический кузнечный инструмент. Можно превратить что угодно в... Так, сверкающую броню. Враги оставляют части брони при смерти. Неплохо. Так, отмычка, неплохо. Угу. Да я не буду тебя трогать. Да, вы своб... Тут что-то есть, смотрите. Там что-то блестит. Вот мне... Что это может блестеть? Ладно, здесь мы все изучили. Давайте ниже посмотрим, что есть. Но заброшенный дом не заброшенный, но что-то по-любому там будет. Так, что здесь есть? Сундук. С правой стороны очень далеко где-то. Ага. А я типа не мог разминировать? Готово. Так, ну у меня, в принципе, на одно улучшение есть. А-а-а, смотрите. Ладно, буду, короче, оружие использовать. Сколько это, подожди? Ножик 11, 22. Давайте ксифос буду использовать. Мне нужно... Взрывчатка. Так. Сотрясающий землю молот. Сотрясающий землю молот. Наделенный мощью Посейдона, эта скромная каменная кувалда способна сотрясать горы. О, попробуем. Ни хрена себе. Так она любого это ударной волной убьет. Или нет? Так. Сука. Ну, блин, просто не хотел факел использовать, чтобы хотя бы... ладно, броня есть. А, и все? Молоток. И молоток. Ну, смотрите, здесь, в принципе, в доме был это молот хороший. Мне кажется, он на некоторых врагов мне потом поможет очень сильно.
Так, это чтобы к Аиду прийти. Так, здесь больше ничего нет. Нужно посмотреть, что с этой стороны. Скорее всего, с той стороны просто вход сюда. Так ведь. F5. Ладно, хотя бы денежка. Ну, смотрите, он мне ничего не сказал. Ну, тогда я думаю, мы пойдем с вами наверх. Подожди. Агора, это здесь мы сейчас, да? Аполеон или лучше Аид? Давайте Аполеон, потом пойдем к Аиду. О, отмычка. Отмычка — это хорошо. Ксифос. Ну, камень — это очень мощный предмет. Против кого бы мы не пошли. Он убивает все и вся. Просто не аж камень сам узнаешь. А, по дому Зевса пройдет он. Все боги эти затрепещут. С кресел своих повскакивавшись, стоят они в страхе. Когда он ближе подступит и лук свой блестящий настегнет. Да, нет. Ну, в смысле, у него лук, он будет лук натягивать свой блестящий. Это ж не лук. А хотя... Ну, это ж музыкант, который... Талан, талан, талан. Ну, тихо, ладно. А найдите Лиру Аполеона. Сколько здесь мест? Ни хрена там. Ладно, я, короче, передумал. Уже на следующей серии мы оставим это место. Камень я оставляю здесь. Так, на дубинку переключиться. На дубинку переключиться. Мы сейчас пойдем к сюда. Мне нужно туда в логово, чтобы этот... Тут этот был... Мне ждали... Куда-то отнести это. Скорее всего, наверх, да, имели в виду? Или нет, или да, нет. Скорее всего, мне нужно... Кто знает, блин. Сказали сюда принести? Я несу сюда. Какого Вайлда? Тут сокровищ просто много, мне нужны деньги эти. Так, где то, что мне дали? Охотничий трофей вот у меня есть. Отличная работа, охотник. Прояви свою победу на вершине дебри, дабы я узрел твое величие. Вот, три. Три, вот, вот, три штуки. Блазема Артемиды. Спасибо, теперь мы можем вернуться в лес, на наши хозяйки. Даруй этот цветок храму Нимфа. И ты получишь благословение. И это что? Вот, как мне использовать? Как мне использовать?
Я похотился на всех. Потом ты сидишь и охереваешь, типа, а что мне делать? Сюда, ладно, могу еще сходить. И все. Типа, на самом деле, здесь не так уж много мест, куда можно пойти. Ну, я спрыгну, что я упаду. Очень высоко упаду. Падать я не хочу. О. Да иди ты в сраку. Храм Артемиды, имеется в виду это где-то здесь что-то. А туда я до конца не ходил, да? Найс. F9. Спасибо. Если бы оно просто не юзалось, когда ты не юзаешь. Ну, и... Какому храму? Я просто не понимаю, куда мне идти, понимаете? Ну, в плане, нет, я знаю, что я могу дальше просто пойти по этим. По боссам, все такое. Но я хочу увидеть остальное. Мне дали... Я похотился. Должна была дверь открываться потихоньку. Нет, она не открывается нихера. Я одолел... Ну, типа, освободил ее помощниц. В конце концов, мне тоже ничего не дают. Ну, как-то все странно. Это максимально странно. Болото. У меня только сюда осталось идти. Тут, типа, здесь больше ни хера нету, только с правой стороны что-то можно найти. Не, рыбу можно убить. Тут у него ничего нету, кроме рыбы. И почему-то он дышит под водой бесконечно. Какой храм? Какой храм, блядь? Я могу это открыть, но оно не открывает. Блин, что за чертовщина? Это ж бесит. Как будто, знаете, это... Не игра виновата, а это просто недоработка игры. Просто недоработка игры. На самом деле у меня типа есть все, что мне нужно, но меня не хотят открывать. Сраный, давай булыжником откроем. Пошли. Тварь. Лови камень. А, тёрнунси файл. Какой файл? У меня есть все, что необходимо. У меня есть три кожи. Вот как раз три кожи, которые надо. Пиздец.
Ну. Слушайте, ладно, давайте, я думаю, с другой стороны просто остановимся на этом, да и все. В следующей серии тогда пойдем к этому дурачку и его одолеем. Я посмотрю, ладно, так уж и быть, что делать с этими вещами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.